Эй, Юрий, я двинусь в Бауэри. Хочу убедиться, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно? 50/50. А, ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Это Бауэри, но где доктор Майкл? Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Это что за хрень? Противник! Охраняйте груз! Везите его! Здравствуйте, доктор. Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Юрий, я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик. Или танк, или что там. Меня не устраивает! Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машинах. Он придет!
Он придет и покарает всех грешников! Извиняюсь! Ли! Отдай его! Доложи обстановку. Ты задержал Ли? Работаю над этим! А этот паук довольно умен. Быстрее! Катарам! Я разберусь! Что со мной происходит? Начинается новая жизнь. Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман – скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску! Стань одним из нас! Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне! Ох. Все души, потерянные тобой! Все невинные жертвы, которых ты не спас! Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборна! У тебя много сил! Дать тебе волю! Валялись в канавах, а ты ничего не сделал! Я не могу спасти всех! Что значит одна жизнь? Сделка проста. Одна жизнь за целый город. Защищаешь Осборна, пока он сидит в башне слоновой кости? Не может быть! Покажи свою истинную силу! Я сорву с тебя маску и открою твое истинное лицо.
дали мне клятву. Да я отдаю им силу. Маска! Я должен уничтожить маску! Я не брошу вас во тьме, Мартин! Я сломаю тебя и уничтожу твою личность. Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Нет! Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Я тут почти вслепую летаю. Где-то должны быть охранные вышки. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Человек-паук? Алло? Работает? Доктор Майклс? Как это понимать? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай, дыхание дьявола наверняка применят в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится, как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола – личный проект Нормана. Он одержим им не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок. Привет. Док звонил. Паркер, хочу поблагодарить тебя. Твоя работа над нейроинтерфейсом бесценна. Жаль, что не могу пока показать тебе, что это значит. Но я начинаю понимать, насколько могущественные и коварные силы противостоят истинным творцам. Обещаю, долго ждать не придется. Успех придет, чего бы это ни стоило. Могущественные и коварные силы? Не нравится мне это. Надо навестить Дока, как смогу.
Черт, дыхание дьявола пропало. Надо бы МДЖ сказать. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Что ты задумала, МДЖ? Стэндиш говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Что же им могло там понадобиться? Может, позвонить Питеру и сообщить о своих планах? А вообще, к черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя к ноутбуку. Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. Слыхал, у Человека-паука есть какое-то особое чутье. Так почему он не знал? Он что, по-твоему, будущее предсказывает? Надо же, сколько стендов Оскорб. Благодаря патентованной линейке умных боеприпасов от Оскорб, потери от дружественного огня в армии снизились более чем на 94%. Научно-исследовательский отдел Оскорб ведет разработку революционной батареи, способной подзаряжаться от акустических волн. Уже через несколько месяцев мы предложим вам телефон, которому не нужен шнур питания. Круто. Назад оптический камуфляж встречался только в фантастических фильмах. Благодаря патентованным магнитно-резонансным матрицам от компании Оскорб, маскировочное поле стало реальностью. Попробуйте сами и узнайте, как Оскорб делает мир лучше с каждым днем. Невероятно. Классно. Это же будущее. Обалдеть. Этот диспенсер микробов Гея выпускает в атмосферу искусственно выведенные бактерии, способные вернуть нашим рекам и морям первозданную чистоту. Мистер Ли. Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь, как я скажу. Полиция! Сюда! Нет! Я могу услышать мэра Осборна? Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь.
Джей, я уже иду. Ты ранена? Нет, я в порядке. Но торопись. Я тороплюсь. Что ты забыла на центральном вокзале? Потом объясню. Послушай, Ли хочет выпустить дыхание дьявола. Тебе надо уходить. Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди. Похоже, Ли задумал это с самого начала. Свалить ответственность на Нормана, заставив его самолично выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности. Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я в вентиляции. Видишь безопасную точку выхода? Пожалуйста, не убивай. Юго-западный угол. Иду туда. Если подойду еще ближе, дроны меня заметят. Видишь планшет, на который я смотрю? Умирать. Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да. Если ты их отвлечешь и не поймаешь пулю. Я готов. Скажи, когда. Так. Я готова. Пошла. Ты не хочешь меня сломать? Стойте! Давайте успокоимся. Я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда вовремя. Как? Сначала отпустите его. Они идут, прыгай за ограду. Нельзя, чтобы они видели. Да. Тогда скорей. Ладно, сейчас. Ну же, давай. Почти, почти. Готово. Молодец, теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет, мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже, но я не позволю. Нет. Я сама в это вляпалась, сама и разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? Нехорошо, их слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо. Еще слишком близко. Они еще видят друг друга. Нужно еще дальше. Сработало. Хватай! Ну!
Заставь их разделиться. Попробую их разделить. Бей! Вали его! Не совсем. То есть? Я ожидала, что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть? Я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось! Может, лучше вернемся к спасению города? Давай! Вали его! Надо обойти его. Я готов. Дроны еще работают? 控制器在手上, 不过我们也不找到他。 Если она ушла? 不, 她没跑掉, 应该在这附近, 不过这地方太大了。 Мы не можем дать ей уйти. Давай. Включайте таймер. Задержи их, я займусь дыханием дьявола. Ты знаешь, что делаешь? Нет, но меня это раньше не останавливало. Так, что там у тебя? Вижу 4 провода. 2 синих, 1 желтый и 1 красный. Найди разъемы, от которых идут провода. Они должны быть отмечены разными цветами. О, так, похоже, синий идет к батарее, а желтый к вентилятору. На красном небольшой восклицательный знак. Так, сначала надо отключить батарею. Проследи, куда идут провода, и отсоедини их. Так, отключить провода от батареи. Так, первый отключен. Теперь второй. Что? Таймер сбросился на 30 секунд. А, цепь на размыкание. Что дальше? Вентилятор? Да, а потом последний. Только быстрее. Так, теперь красный. Есть! Здорово! Ух ты! Ага.
А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Точно! Я расчищу путь! Постарайся не шуметь. Хорошо! Надо осторожнее, а то заложникам не поздоровится. Зачем Ли так упорно наводит ужас на Нью-Йорк? Фиск никогда бы не взял заложников вот так. Он был прав, я уже по нему скучаю. Включаем. Осталось успокоить еще пару-тройку, и ты сможешь идти. Быстрее! А вы так ничего и не поняли. Так, Инжей, пора идти. Хорошо. Все следуйте за мной! Эмджей, вы выбрались? Да, мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага, надо. Но сперва найди Ли и надери ему задницу. Мне жаль любого, кто перейдет дорогу, Эмджей. Интересно, что она сейчас думает обо мне?
А теперь интересные факты. Вы знали, что у центрального вокзала самый большой подвал в Нью-Йорке? Ужас, да? Туда вошла бы половина Бруклинского моста. Да, согласен. Сейчас таких уже не делают. Вот это настоящий Нью-Йорк старой школы. Короче, я могу байки травить весь день, но мне нужно не дать вашему придурочному боссу разрушить город. Пора закругляться. Ли планирует уехать на поезде. Нужно ему помешать. Платформа открыта. Наверняка Ли где-то там. Уходят! Наконец! Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. Пока лучше не приближаться. Вот мой шанс. Бесполезно. Надо дождаться момента. Кажется, он начинает уставать. Он ранен. Нужного момента. Он уязвим. Вы больны. Я могу помочь вам. Thank you.
Не хочу делать больно! Мне нельзя сделать больно! Больше нельзя! Тормоза? Нет, и ладно. Ну вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт? Да, улица закрыта еще на месяц. А что? Следующая станция – тюрьма. Верните груз в лабораторию. Вперед! Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробные сообщения, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. А СМСки — это не разговор? Не-не-не-не, не в том смысле кончено! Скажи нет, скажи нет. Ха, ладно, ладно. И неладно. Что тут обдумывать? О, да ты что? Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать, молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Занимаясь Ли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом-паучком.
Питер, it's time to get up.